Продолжаем. Продолжаем эпопею мирной рыбы. Сегодня у нас Марадоша там сидит. Стоит. Саня Батько. Я. Вот. И будем пытаться ловить карасей. Кстати, тут Санечка Тараненко. В общем, сейчас полклуба джиг тут будет. Что получится, ребята, будем все снимать и показывать. Небывалый случай. Заговариваюсь, как будто забухал. В 2 часа утра подорвались, чтобы приехать место занять. Красотища какая, сейчас покажу вам. Смотрите, как водичка порует. Ай, красота. Класс, да? А птички как поют. Ай-яй-яй-яй-яй. Есть, есть первая рыба. Привет, первая рыба. Есть, давай, давай, мари его. Вот так вот. Ни хрена себе. Коробчук. Коробчук, да. Вот так вот. А мы уже собрались уезжать. Время, друзья, 9 часов. Первая рыба у Саньки. Вот такой вот карась. Да, вот такой вот. Ну поняли, вот, вот такой, ну, типа вот там. Кошмар. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. В общем, с Карачуну переехали мы где-то между Недайводой и Лозоваткой. Напротив дач. Мест, конечно, вы сами понимаете, нереально просто. Ну, мы решили поступить вот таким образом. Кто сюда приедет, облагораживайте. Чтобы знали, что рыболовный клуб «Джиг» не просто ездит на шару. Когда-то здесь был место, вот здесь тропиночка, ну все заросло. Ну это еще при Сталине. Да, при Сталине. При каком, люди не знают, кто такой Сталин даже. Поэтому решили немножечко сейчас все это дело облагородить, ну и будем пытаться ловить рыбу, да? Да. Да, вот так вот, наша юная рыбачка Соня, да, или как тебя зовут? София. София, Софийка. Ну, как научится ловить, сразу станет Соня, потому что есть рыбачка Соня, и будет Софийка. Потом расскажешь, как мама папу за это ругает, за то, что одежда грязная, кто будет стирать? Надо рассказать, это чтобы все знали. Когда так, ребята. Ну, сейчас минут несколько потрудимся и будем пытаться ловить рыбу, да. Вот такая красота благодаря Санечке Башку. Да, да, да. Так, а кому отдавать? Положи хоть сухо. Вот я Саша Батин. Все, рыбачка Софа торбит рыбы, Саня, в стороночку. Класс. Туда немножко. Ну да, 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 да. Санечка, будь наготове, тебе надо воду заложить. Как это, ага. Вот так. Давай. Наверное, не достанет, там же поводок. Я понял. 0,16. Да нет, какой тут 0,16, обычная груша. Вот это он тут нам будет давать жизнь. Ну и шо? Будет гулять. Ну и шо? Хороший карася, смотри. Да. О, смотри, как он. Да. Кожаный. Так, обычную грушу. Реально. Ну, сделала, брат. Молодец. Софа, молодец. Танцор диска. А короче, пьяный. Поставил свежего мотылика, свеженького. Пиночку свеженькую. Есть? О, Сашки. Подлёвки не было. Да. А. Кончился. Ну, был. Два штуки уже поймала семья. А рыба есть. Есть? Да, что-то прицепилось. Какой-то рыба есть. Был, по крайней мере. Или таранечка, или небольшой карасик. Только большие должны. Не. Надо помощь. Чуть-чуть. Все,
порвал? Ну, сошел он. Там за все годы? Да. Да там их богато. Так, прикормочка у нас J-стримовская. Два компонента. Анис, да, вроде бы, и карамелька какой-то такой. Не анис. А что там? Анис. Атос под сорт. Сейчас карамелькой пахнет. Так кофе я еще была добавляю. Корица. А, коричка, да. Коричка, во. Все, да, пардонте. Кардамон. Кардамон. Оборвал крючочек, оборвался, ушел мой карасик. Да. Ну ничего, я теперь знаю, где их ловить. Заклипсовал себе. Красавец. Клипсочку и оп. Вот там он. Ну вот тут там он как раз и клевал. Ага. Сейчас. Первый раз больше вообще в жизни. Сейчас я им покажу, это надо рыгловить. Вот, повылазили уже. Семейство гадов. Водоплавающие, да, он плывет. Гадючка. То степная гадюка, но новая вид. Да. Оп. Здрасте. Без тебя, без тебя. Ты моя водочка, я мне плохо без тебя. Не надо это только... Надо, надо. Да? Пожалуйста. О, смотри. Это хорошее уже вижу. Ты меня тянешь, наверное, да? А кто там тебя тянет? Ну да. Да не трогай. А ну что ты? О, вот это убийца. На кук, да, клюнул? Нет. Я снял. А на что? На парик. На парик. Все. Пошел, клюнул. Неплохой, я вижу. Да, ух ты, ух ты, как он. Тук-тук-тук. Бьет, да, головой? Да, да. Хвостом, дракон бьет хвостом. Малыш, ты нам нужен, мы тебя наверх, потому что вы там, я знаю, как вы там цепляетесь. Ух ты, красавец. Ага. На парика? А парик вместе с мотыльчиком. Все, и не надо вот эти ваши всякие убийцы карасей. Вот есть стращитель. Ребенка сниму. Софочка опять тарабанит карася. Через каждых 5 минут поклевка у Софы. Крути, не останавливайся. Ого, он тянет. Давай. Тяни сама тяни. Они уже все. Сейчас Саня залезет в воду, и все будет хорошо. Не, он завел. Ну, а ты нырнуть надо. Достать карася. Ну зайди, ты ж можешь зайти туда. Сейчас Саня зайдет, подожди, Саня. Занимаюсь автологией. Сейчас Саня, да. Дал ребенку самую маленькую удочку на. Не, ну понятно. А. Не, ну тут и для нас сложные условия, а для тебя так тем более. Ну и так, ребенок скоро в третий класс, а уже ловит карасей. Да. Да ты шо? Спросят, чем ты занималась на выходных? Ловила карасей. Знаешь, твоего карася тянула. Ух, целый ног, лынок, а не карась. Не, это бутюган. Бутюган. Красивый карась. Ай, сход, наверное. А не, есть. Есть? Да, есть. Ну, такой. Нормальный. Вот он. Мечется. Иди сюда, котлетка в тесте. Ты видел? Да. Самоотцепление. Так что мне опять работать? Ну да, арбайтен. Ловить не можешь, давай хоть закидывай. На подхвате, в суть. Да, на подхвате. На забросе.
Не, я человек живушка. Человек живушка. Давай, давай. Бультых? Ага. Ты что делаешь? Я? Все, я перехожу опять на убийцу карася. Ой, вот это хороший кум. Может, я в воду залезу? Ого, ничего себе, смотри. Та, лапать. Охренеть можно. Трудовая рыбалочка. Рыба за ходами. Сейчас молчит. Пытаемся менять дистанции и вообще никаких движений. Таранечка что-то пытается там изображать грамотную рыбу, но не получается. И мотыль, и опарик, пиночка. Не, Сашке что-то колыхает там, квивер-тип. И у меня. А у Марадоны нет. У меня нет. А мне и не нужно. Но нет, так и нет. В общем, Марадона свалил. Вон сегодня у нас копченый, да? И начала рыбка поклевывать. О, меня вроде клюнул. Но только что карася я вытащил в целом. Я не снимал. Зацепился он на меня. Но вытащил. Так что... Давно надо было его отправить домой. Да, Саня? Вообще не брать. Вообще не брать, да. Саня, мы больше тебя на карася не берем. Так, теперь вопрос его доставить сюда. Смотри, как уходит. Давай, малыш, наверх. Ух, хорош карась. Таких же сегодня я наловил. Пуля. Горный. Запачкал мне фотоаппарат. Чудилка картонная. Ну, не, ну, ловила таки. Смотри, без глаза. Уже где-то подсматривал, да. Кто-то его уже тягал за глаз. Ну, вот такой вот карасик. Одноглазый Джо. Пират. В общем, вот такой вот трехметровый телескопический фидерочек. Бюджетный вариант. Очень удобный в поездке. Вкинул его в машину. Три вершинки. И гейвей. Так, все. Вот так он. Даже вот такие камыши ловит. Сука, чуток не докинул, ну да и ладно. Да не докинул. С матом много легче надо было нам не водить. Не вижу. На рыбалке без мата как сложнее, чем без рыбы. Алло. Слушай, надо было тебя раньше еще отправлять.
Та раньше надо было тебе, ты уехал, мы уже три рыбы поймали. Нормально, и он Саня клюет. И... Сейчас даю трубку Саня, хватит. Ага. Давай. Сучик. Вот это вырвал с пасти, ребята, такое что-то там было. Если крючок не оборвал. Не, крючок на месте, но рыбка была. О, смотрите, стоял. Смоктал, смоктал. И высмоктал. Да и на парик остался. Начал активнее брать. То есть бах и сидит. Мелкий. Да, вот это же местный пошел. Есть зона, в которую попадаешь, и рыба отзывается. А есть, зараза. Да, смотри, что рыба. Ух ты, Санечка. Хорошо, что есть Санечка. И на кончике висит. Да. Молодец. Рыба имеет шанс. В общем, ребята, на часах 18:00. Поклевочки идут. Ну, там в 10-15 минут проходит. Нету массовой рыбы. Размеры рыбы усреднились. То есть, если сравнивать с предыдущим периодом, то самый крупный карась, наверное, уже массово, возможно, уже и прошел. Но если вы видели, могли видеть, вон я покажу. Молодой камышек лезет, то есть водичка греется. Вот. Рыбалка, можно сказать, трудовая, она с другой стороны такая, очень приятная усталость. Ну, прежде всего, потому что поспали по 2-3 часа, да, Сань? Да, ну да, кто с ночи, по 3 часика поспал. Да. То есть, ну, все равно, карасик порадовал, да, ловить на фидер прикольно. Это приятно, да. Да, покаместь с хищником туговато, ну, хотя завтра, возможно, выскочим еще, поищем судачка окунчика, возможно, и щучку, вот, куда поедем, следите за каналом, обязательно увидите, если поедем, если будет рыба, вы это все увидите. Подписываемся на канал, ставим лайки, вот, пишите комментарии, друзья, это очень помогает развитию канала, не пропускайте рекламу, потому как это тоже незначительные гроши, но которые немножко, так сказать, радуют, пока не с душу, не карман, честно, потому как за 5 лет существования моего канала еле-еле всего собрал там порядка $200. Это все слезы. Средств уходит гораздо больше для того, чтобы выезжать на воду, ну и радовать вас от этими роликами. Вот. Всем ни хвоста, ни чешуи. До новых встреч. Пока-пока. Да. На коньяку. На коньяку. Да, хороший, да? Да. Да. Справжній золотий український карась.